кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие поли не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. С минуты молчания началась церемония закрытия 11-го кинофестиваля «Зеркало». Как раз в дни, когда Ивановская область больше обычного смотрела кино, скончался великий актер Алексей Баталов. Благородный, аристократичный, человек эпоха. Особые слова в этот вечер прозвучали и в адрес Маргариты Тереховой. Ее называют актрисой Тарковского. Работали они вместе в кинофильме «Зеркало». Приз за вклад в киноискусство в Иваново приехала получить ее дочь Анна Терехова. Награды – это коньяк. Мамочку, если можно так выразиться, но я вам честно скажу, сейчас для нее самое главное – это ваша любовь, ваши добрые слова и, конечно же, память. Память ее творчества, конечно, которая не расценивала так мало, но все-таки была связана с творчеством Андрея Тарковского. Именно фестиваль собирает в Текстильном крае звезд российского и зарубежного кино. 11-е «Зеркало» было, пожалуй, скромным и в некотором роде менее популярным, чем все предыдущие. Картины не собирали полные залы. Организаторы уверены, зритель незаслуженно недооценил работы. Многие сидящие в зале совершили ошибку. Это ошибка в том, что вы пришли на закрытие, не посмотрев фильмы. Каждый фильм, не только программа «Зеркало» и «Пьеса», но каждый фильм на этом фестивале стоит всех закрытий вместе взятых. В международной конкурсной программе было представлено 10 картин. Все, по мнению жюри, объединяет малое количество диалогов. А вот на изобразительные средства режиссеры не поскупились. Ими щедро приправлена каждая картина. Центральная тема всех работ – проблемы молодежи. Я отмечу, что в конкурсной программе был сделан большой акцент на общении молодежи в интернете. Это изолирует от реального мира. Для меня это новое. Я не видел этого раньше в кино. С гран-при фестиваля судейская коллегия так и не смогла определиться. Главный приз получили сразу два фильма. Китайская картина режиссера Фэн Саагана «Я не мадам Бавари» и российская лента молодого автора Кантемира Балагова «Теснота». На самом деле это моя такая первая серьезная награда, первая гран-при. Это очень приятно. И если быть откровенным, это даже немножко пугает, потому что сейчас такая большая ответственность, что второй фильм должен быть как минимум не хуже. И я постараюсь оправдать все ваши ожидания и надежды и так далее. Спасибо большое. Так получилось, что «Теснота» вытеснила многие картины на второй план. Фильму достался приз зрительских симпатий и премию молодых кинокритиков «Голос». Правда, в последнем случае, как и с гран-при, лидерством пришлось поделиться с хорватским фильмом «Краткая экскурсия». Он же, кстати, получил приз за лучшую режиссуру. Давайте выдвинем новый лозунг. Наш фестиваль – это главный негламурный фестиваль. Ура! Здравствуйте! Давайте гордиться своей негламурностью и встретимся снова в будущем году. И фестиваль, увы, закрыт. Спасибо, до свидания. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.